Ребята, всем ассаламу алейкум. Кстати, я советую вам эту кафешку, кофейню какая-то. Time Out кофейня называется. Я там сидел, пока ожидал своего поезда. И сейчас я иду на автовокзал. Вот. Мне нужно поехать в Бангкок на поезде. И у меня через час получается поезд. Сейчас направляюсь туда, иди по дороге, мне нужно закупиться по дороге какими-то закусками, потому что у меня, то есть это, дорога будет длиться где-то, половина пятого поезд выезжает, и в 5 утра, должен быть в Бангкоке. Вот. Получается, за это время мне нужно запастись некой едой. Поэтому угадайте, куда мы сейчас пойдем. Правильно. 7-Eleven. Сегодня был такой жесткий день. Это просто кошмар. Ладно, давайте я потом вам об этом не расскажу. Сейчас мне нужно немного поторопиться. Зайти в 7-Eleven, закупиться, а потом добраться до вокзала. В поезде у меня будет достаточно времени, чтобы обо всем этом рассказать. Поэтому не будем терять время, будем пользоваться свободным временем. Как-то так. Поехали. Забыл вам сообщить о самом важном. Я в городе Суратхани, и отсюда у меня поезд получается. То есть я все рассказал, это не сказал. Вот сейчас я с 7-Eleven присматриваю себе что-нибудь такое, что можно купить и на дорогу. Какие-то снеки, честно говоря, не хочу. Может, что-то горячее, но потом будет что-то. Он перестанет быть горячим и не знаю. Купили себе, пожалуй, шоколадный хлеб. И два таких сэндвича, пожалуй, возьму. Один такой. И, пожалуй, такой. Понимаете, что я не могу сейчас снимать, потому что у меня одна рука занята этими, вторая рука камера, и, я не смогу снимать то, что я буду, то, что я возьму следующим, и я в итоге все вам покажу. И вот, ребят, все, что я купил, это сэндвичи, рис, вода, просто холодная, черный шоколадный хлеб и орешки. Вот сейчас я на вокзале. И через полчаса мой поезд, пока что не знаю где. Но скоро узнаю. Сейчас мне надо разобраться с рюкзаком. Класть сюда необходимые вещи, убрать ненужное. И дальше будет видно. В общем, мне ехать где-то 12 часов. И я могу, в общем, нормально поспать. Это несколько дней нормально спал. Эта бутылка у меня занимает лишнее место, поэтому допью водички и мусор. Здесь от платформы на платформу через железную дорогу. Обычно другие места или наземный переход. Китайцы не услышали это дело. Разрешили этот вариант попроще. Ну, типа, зачем строить что-то надземное или подземное, если можно просто... Поезд меня должен вот-вот приехать. Я вроде на правильной платформе. И отсюда... Ну, или отсюда... Не знаю. Откуда-то стоит стоять от двух сторон. Но я правильно сижу. Вот буду сидеть под этим солнцем и ждать. Гордо. Мудро. Мужественно. Наш поезд прибыл, и я буду в своем вагоне. Вагон номер 7. Пока что 3.
Вагон, конечно, не лучший, а не самый дешевый. Look over there. Oh, yes, yes. 28. Видимо, я буду играть, как я выбрал. Это Как я здесь. Окей, ганмиха. 38. Пока что непонятно, но кажется, что я буду Такая ситуация, в общем, знаю, что в будущем буду вспоминать. У меня последние 70 бат были наличными. За 60 бат я купил вот это вот. Какие-то пончики, вот такое. Это орешки и кофе. Остался 10 бат налички и все. И нету возможности снять деньги с карты. Я нахожусь в этой хаосу. Нет, ни русских нет. Нет ни Western Union. И сейчас в голове прокручиваю варианты решения данной проблемы. Пытался отправлять разным людям из других стран на карты, и деньги не сразу доходят. То есть я два раза уже попробовал по 100 рублей, и считаю, что эти 200 рублей плюс комиссия, там уже почти 300 рублей получается потеряны. Это потому что на карты других стран не сразу не доходят. Вот. Наконец-то сел в свое место, а тут одна девушка сидела и вот она ушла. Теперь я здесь. Вчера, кстати, один человек помог мне с деньгами. То есть человек, с помощью которого я попытался взять свои деньги, но я ему объяснил ситуацию. Он как раз сегодня ехал в аэропорт. Я ему сказал, что я с ним вместе поеду, и там в Western Union будет, короче, обменяю деньги, потом ему отдам, короче, он мне 500 бат одолжил. Но так оказалось, что рядом с аэропортом не было места, и, короче, он мне так и оставил эти деньги. Вот. И я ему сказал, что перечислю, ну что ему потом на счет скину. В принципе, он сказал, что я могу не волноваться. Короче, я как-то так выкрутился, иначе. Что я этим хочу сказать, что в любом месте находится выход. Вот. Make a change, just relax.
take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm. Приехать на этом поезде была не очень удачная идея. Но что поделать, в любом случае, если не умру, то еду. Сейчас 4 часа прошло. Спать, вроде не голоден. Вся еда пока что осталась. Дай спать пока не хочется. Не знаю. Просто сидеть дискомфортно. Поэтому тогда этого покорства. Котята горелые, звезды тускнеют, и все впереди нам дорожная пыль. Проносятся годы, люди стареют, но не забывают старинную пыль. Жил страна далеких, средь гор высоких, молоденький парень-пастух. Он жил в деревеньке, играл на свирели, играл, аж заплакивал дух. Когда он играл, все кругом замирали, лишь слышно, как звуки льют за нефтным ручьем, а там пастушке уже ну. Я недавно только проснулся. Спал вот здесь. Рядом. Местечко было свободно и тут лег. И после 13 часовой езды мы прибыли в Бангкок. Город, который я знаю только по азиатским фильмам. Вот. В этом поезде я вообще не советую вам приехать. Ну, если так долго нужно ехать, то в любом случае не выбирайте такой поезд. Я просто думал, я в интернете смотрел разные поезда. И там самый дешевый поезд был с лежачим местом, то есть там можно было спать и все такое. Но он был подороже, конечно, чем тот вариант, который я купил. Просто я подумал, если я пришел и спросил у них, то, типа, видимо, дешевле на месте. А то, что на месте дешевле оказалось, это совсем другое было. Вот. Короче, вот такие дела. Я почти не спал. Ну ладно, нет, 2.5 часа я спал. В конце у меня там место освободилось рядышком, и я прилег, поспал немного.
сейчас... Короче, вот и все, приехали. Сильно устал. Едем на автобусе до центра, заплатили 8 бат за билет. И чувак подсказал мне, куда надо ехать. Say hi to this. Hi. Встретил на остановке, просто никто почти не говорил по-английски. Там один чувак просто оказался, который более-менее понимает, этот чувак рядом тоже в центре едет. Вот. В общем, если вы оказались в аэропорту Бангкока, автобусы 34 и 29, а вас довезут до центра. Вот, за 8 бат. Так что имейте это в виду, чтобы не платить таксистам или тук-тук. Самый дешевый вариант.